Привет! В этом видео я хочу показать, как зарегистрироваться в Helium 10, получить расширение и применить промокод со скидкой 50% в первый месяц или 10% на каждый месяц. Итак, у вас есть два промокода – MoneyHunters 50 или MoneyHunters 10. И как это сделать? Мы переходим по ссылке helium10.com, вот по этой ссылке, да, мы переходим. Дальше мы регистрируемся, sign up for free, вот здесь. К примеру, имя тут ставим, email. Email и имя указываете ваш. Нажимаем sign up. Нажимаем yes. Так, это пока можно закрыть. Так. Не хочет от нас отстать, да? Ладно, нажимаем галочки, нажимаем continue. Нажимаем yes. Нажимаем not right now. То есть он хочет, чтобы мы сконнектили наш Amazon аккаунт с программой. Ну, в принципе, мы пока это можем не делать, хотя можете сделать. Сконнектиться, и программа будет лучше работать и быстрее будет вам давать подсказки. Итак, это мы пока no thanks done, да? Делаем. Теперь, что мы делаем? Мы нажимаем upgrade plan вот здесь. И где промокод ставить? Вот здесь, видите, купон-код. Купон-код. Вы можете вручную вставить или скопировать и вставить. Вставляете вот такой код, MoneyHunter 10. Это будет скидка на каждый месяц 10%, неограниченно. То есть мы тут видим, допустим, если мы берем серебро, вам нужно обязательно серебро поставить и X-Ray. Это то, с чего надо начинать, X-Ray и серебро. Можно еще Black Box для поиска товара. Итак, когда, смотрите, сейчас цена на серебро – это поиск ключевых слов, Black Box – это поиск товара, и X-Ray – это анализ ниши, очень быстро и удобно. Это с чего вообще супер надо начать, чтобы вы сразу могли за 3 секунды посмотреть, стоит в эту нишу лезть или нет. Итак, если у нас сейчас Black Box стоит 37, то мы нажимаем Apply. И у нас, видите, цена поменялась 33. А если мы поставим тут MoneyHunters не 10, а 50, это будет скидка на первый месяц 50%. Сейчас у нас 33 Black Box, видите, вот здесь 33. Мы нажимаем Apply, применить. И у нас, видите, 18 стал Black Box. 18. После этого мы нажимаем вот, допустим, у нас Black Box, нам нужно добавить. Мы просто нажимаем на цифру, и у нас, видите, тут галочка появилась зеленая, что мы его добавили. Потом нам нужно добавить серебро для поиска ключевых слов. Просто по цифре щелкаем. И добавилось. И нам нужен X-Ray добавить. Опять же, просто по 8.50 щелкаем. Видите, добавилось. И теперь мы нажимаем на кнопку Subscribe, то есть подписаться. У нас общая сумма вышла на 45.5 в месяц. Subscribe, подписываемся. Тут все очень просто. Указываем номер карты и срок действия. Месяц, год. Нажимаем Pay. Все. И у вас будет подписка. Итак, если у вас есть какие-то вопросы по этому видео,
задавайте в комментариях под этим видео, я отвечу на все ваши вопросы. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайк, чтобы я больше записывал видео про Amazon Business и все, что связано с Amazon Business. Пока!